Сегодня я помогу найти тебе выход и отдать эту нить той, кому она по праву принадлежит. Что это за нитка? Известно, что это нить богини, которая помогла Тесею спасти от Дани Минотавра. Как ты думаешь, какой богине принадлежит эта нитка? У тебя есть три варианта ответа. Первое – Ариадна, Афродита и Рея. Как ты думаешь, какой ответ? Ну что ж, тогда погнали! Что случилось? Я просто в тупик зашел. Чтобы найти выход из этого тупика, тебе нужно ответить на один вопрос. Какой фильм снимался в этом лабиринте? «Тунем небо» и «Парфюмер», «Алиса в стране чудес» и «Лабиринт фавна». Я думаю, что «Лабиринт фавна». И слышу, что еще фильм «Парфюмер». Теперь я тебя выведу из этого тупика. Идем за мной. Куда надо идти? Клоун. Идем пока прямо. Почему лабиринт тот называется Орта? Он называется в честь названия района в Барселоне, в котором находится Орта. Площадью 750 квадратных метров. А теперь смотри, Стефан, тебе прямо и направо.
Стефан. Это богиня любви Эрос. А ты нашел свою любовь? Я не ищу любовь, Стефан. Любовь – это нектар, на который считаются люди. Стефан, возьми пример цветка. Он не гоняется за пчелами, а одаривая их своим нектаром, привлекает их к себе. Мы находимся возле памятника Ариан. У тебя кое-что есть от нее, ты помнишь? У меня есть нить. Да, и сегодня ты вправе ей отдать то, что ей принадлежит. Окей. Сегодня ты был большим молодцом, ты ответил на все загадки, ты ответил на все вопросы, нашел выходы, выбрался из тупиков. Я поздравляю. Что, ребят, пройти лабиринт было очень сложно, но школа нам полегче. Я вас приглашаю приходить сюда. Если вы будете в Барселоне, обязательно придите. Будет очень круто и весело. Приходите с родителями или будете с Флорой. Ну что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков. Всем пока!